Минске состоялся районный праздник, приуроченный Дню защиты окружающей среды и открытию новой экологической тропы – царства желтоголового королька. Протяженность тропы 700 метров. Маршрут объединяет 141-ю и 8-ю школы. Благодаря этому преподаватели смогут проводить уроки на природе. Вдоль тропы разместили скамейки, урны, информационные стенды и домики для птиц. Выбор пал на желтоголового королька не случайно. Это самая маленькая птица Беларуси, которая и обитает на территории лесопарка «Ангарская-2». Экотропа, она не первая. Она уже подходит, ну, у нас в Минске, наверное, где-то к двадцатке. И чем она уникальна, чем она хороша? Тем, что этих экотроп становится все больше и больше. И очень хорошо в том плане, что инициаторами открытия экологических троп являются дети. На сегодняшний день в Республике Беларусь 1397 особо охраняемых и природных заказников. Но это не значит, что особо охраняемые территории туда не посещают народ. Наоборот, это создано для населения, чтобы можно было ознакомиться с теми непосредственными красотами, которые располагает Республика Беларусь. И мы приглашаем туда и иностранных туристов, которые видят, что действительно мы с вами вкладываем большие деньги для сохранения нашего биоразнообразия. С 1998 года в Беларуси отмечается День охраны окружающей среды. За это время было открыто множество экологических троп, заказников и лесопарковых зон, что позволяет не только улучшить экологическую обстановку, сохранить популяцию редких видов животных, но и создать дополнительные места для отдыха населения. Я люблю Голубушка.